девочки, а я вслед за Катей поделюсь, потому что не могу сейчас сдержаться. Знаете почему? Потому что если я буду здесь сейчас, не поделюсь прямо сейчас, я это все, весь наш разбор опять проиграю в голове, и потом опять буду чувствовать дежавю, когда буду разбирать книжку. Короче, я прямо сейчас поделюсь, потому что мы прямо сейчас прочитали эту книжку. Ну вот буквально там полчасика назад с Ариной. Ох, такая трогательная история. Просто я даже вам, наверное, ее рассказывать не буду, чтобы не спойлерить. Я хочу, чтобы вы ее... Так, алло. Телефон. Ой, хочу, чтобы вы ее сами прочитали и прониклись. Нашим мужчинам чутким и смелым. Луи среди призраков. Я даже не сразу поняла, почему Луи среди призраков. И сейчас тоже до меня еще не особо дошло. Ну да, мы еще будем с Ариной читать. Да, и погоди, поймем. Мой отец плачет. Собака лает, кошка мяукает, отец плачет. В этом смысле. Короче, девочки, не буду вот спойлерить. Здесь, знаете, про отношения, про взаимоотношения в семье. Такие довольно непростые. И про взросление вот этого Луи. Он влюбился потом. И как вот у него все это происходило. Очень прикольная история. Не хочу вам рассказывать. Вот просто не хочу. Давайте лучше поговорим про иллюстрации. Я от них просто прибалдела. Они настолько... Настолько они крутые, они, я не знаю, мне... Я слов сейчас даже не подберу. Но тут, наверное, понятно, почему отношения у родителей довольно сложные. Такая душещипательная история. Какой вот этот мальчик классный. Вообще не могу. Блин. Капец. И, конечно, не знаю, они все такие классные. Вы, как она угадывает эмоции, как нужно нарисовать. И посмотрите, как оно по цвету решается, да? Зубки. Ой, ну не знаю, ну такие клевые иллюстрации, просто... Не клевые. Я не знаю, какое слово даже подобрать, понимаете? Они такие... Эх, прям... Прям их. У меня слов нет. Давайте хоть посмотрим так. Мозгов нет? Мозгов нет, да. Мозгов у тебя нет. Он такой что-то спрашивает. Ну, как так нарисовать, да? Ну, я не знаю. Тут такой... Ой, хорошенький такой. Трюфель. Мальчика зовут Трюфель. Книжка довольно большая. Я сейчас тут как начну. Какая рожица. Господи. Ну как она это так нарисовала? Смотрите, волосы блестят. Как оно здорово все. Вообще капец. Такой. Такие глаза. Ладно. Давайте я вам полистаю. Невозможно. Просто. Невозможно. Смотрите, как она его целует. Да. Знаете, что-то я... Она у нас стояла довольно долго, эта книжка. И эта. И та, которая вот Джейн, Лиса и я. Они очень давно у нас стоят. Эти книжки купил муж. Я была не особо впечатлена, наверное. Они такие черно-белые, и Арина тоже не особо на них велась. Не соглашалась, чтобы я ей читала эти книжки, потому что они черно-белые. Но сейчас мы прочитали с ней, и я покажу вам, в каком месте меня пробило на слезы. И мне пришлось посидеть 5 минут, продышаться, переждать этот момент, и потом уже... продолжили читать. Она не совсем черно-белая, как правильно заметила Арина. Очень, вы знаете, здесь очень
очень тонко подмеченные детали, не в рисунке, а вот в психологии отношений. Это так описано. Восхитительно. Вот этот вот рассказ, он просто восхитительный. Иллюстрация отношений. Это так описано. Восхитительно. Вот этот вот рассказ, он просто восхитительный. Иллюстрации, само собой. Вот он влюбился. А вот тут папа. А он боялся любить, потому что у них в семье не очень с любовью. Не буду спойлерить. Тихо, Лена. Вот. Вот эти цветы, кстати говоря, после таких вот, знаете, эмоционально нагруженных, эмоционально сложных глав, потом раз, начинается другая глава, и тут нарисованы цветы. Это, блин, тебе подарок, короче. Я так воспринимаю это, бац. И мне вот за эти переживания подарили цветы, и мне стало намного легче. Класс, короче. Вот. В общем, вот такая вот книжка. Такие хорошенькие иллюстрации просто. Не хорошенькие, не подходящее слово. Иллюстрации, восторг. Они великолепны. Они тонкие, изящные, стопроцентные. Вот. Конечно, нос такой. Очень, очень соответственно. Реночка, не стучи, пожалуйста. Ну вот как можно не... Господи, как... вот это очень цепляет. Очень, я не знаю, я в восторге. Как она так рисует? Вообще идеально, по-моему. Как она потом после этого распевает про аллергию. Ага, конечно. Аллергия. Эх. Вот. Тут да, раз, цветочки. Он сегодня решался там ей в любви признаться или как-то вообще с ней заговорить. Не буду спойлерить. Это лучше, это правда лучше прочитать. Да, это вообще такое классное впечатление производит. Даже ничтожество хотят есть. Ну, Аня как бы уехала. Черт. Пошли, пойдем картошку фри. Чувствуйте полным нулем вообще. Тут папа, значит, пытается бросить пить. Ладно. Какая красота. Какой букет в бутылке? Букет в бутылке. Это вообще букет в бутылке. Супер. Бога мулял. Тут он нашел енота. Ну, подробность тоже любопытная. Лицо. Кайф. Книжка, заканчивайся. 10 минут почти что. Цветы. Очень вдохновляющие. Тут малыш попал в больницу, его пчела ужалила. Нельзя спойлерить мне. Я так, в двух словах, видите. Класс. Вот такие вот цветные тут они, значит. Мне так понравилось вот это. Трюфель на каждой станции заводил друзей. Супер. Все. Все, друг. Супер. Так и есть в этом возрасте, господи. Ой, не могу. Да. Ой, как красиво это все. Ну, по цвету. Да. По всему. Тут все круто. Тут все очень.
Очень. А, вот. Вот этот момент, в котором я заплакала. Она в этот лечебницу отправилась, короче. Трогательная история. Да. 10 минут. Придется мне видео разделять на две части опять. Тут речи мамы льются, как цветы, просто благоухают, как-то одаривают. Ладно. Это вот такая тирада, которую он скажет. Как он выразит свою любовь этой девушке, девочке. Прям. Я могу учить. Ая! Такие. Такие. Он ей сказал пару слов. Привет, Билли, у тебя клевый велик. Пока. И все этих. Но. Еще этого мало. Это надо читать. Надо читать. Главное разделить. Вот. Огонь просто. Девчонки, сделаю небольшой обзор тех моментов, которые меня очень очень цепляют в этой книжке. Быстренько. Хочу просто уже надоело таскать эту книжку с собой и надеяться на то, что я все это сделаю. Давайте уже сделаю наконец. Катя тут хорошо заметила, что вот начинается такой эмоцией, да, грустная. Заканчивается вот такой счастливой на весь разворот. Ладно. Вот в этой первой главе мне нравится здесь такая авторская тонкость, что тем более я не хочу сказать, что мой отец подлежащий, плачет сказуемое, глядя на закат, дебрича, наоборот. То есть он не хочет вот этого всего сложного сказать. Он хочет сказать, мой отец плачет. Кошка плачет, собака плачет, мой отец плачет. Вот это мне нравится. И не надо быть доктором астрофизики, достаточно быть мной, вами, шофером автобуса, чтобы понять, мой отец плачет от вина. Плачет от вина. Вот эта вся история про алкоголизм, она мне знакома. У нас достаточно много родных, которые страдали этим. Вот. Трюфель обожает, когда отец пьет. Проблема в том, что трюфель, для трюфеля это игра, а для отца нет. Когда эмоции через край, не когда отец поет. Вот. Тут вот они так общаются. Тут интересно, знаете, где это? Вот это. Почему-ка я красный, спрашивает трюфель, да? А почему ты рыжий? Ну, потому что я в папу. Ну, значит, папа моего каяка тоже был красный такой. Он, знаешь, типа, все, отвяжись. Потому что мама узнала, почему-то просила ловить бутылки. Ему не нужен ответ, он его и так знает. Вот. Тут вот это то, что Инна заметила, что вроде бы одна картинка, но они все-таки отдельно. Тут мама думает, что они не видят, как ей грустно, а они песенки даже поют об этом. Вот. Отдельная история с этими рисунками. Перед главами. Тут вот видите, сколько счастья, да, желтого и немножечко голубого. Гнездо. Домик на дереве. Тут рассказывается, как они живут. И как будто бы в домике на дереве, потому что они высоко живут, на высоком этаже. И у них на балконе какие-то растения. И мама говорит, что это красиво ничуть не меньше, чем наш старый сад там в деревне. И ей достаточно грустно. Там, поэтому такого цвета. Она с грустью вспоминает это все, как они жили раньше. И тут типа призрачно такое. Знаете, вот это в этой главе мне очень
меня очень цепляет вот эта штука. Иной раз мне кажется, что когда настоящие воспоминания заканчиваются, отец начинает придумывать ненастоящие. То есть папа еще больше нарочито как бы нагружает себя этими воспоминаниями, чтобы грустить еще больше. То есть он наслаждается, в принципе, своей грустью, да. То есть ему так привычнее такая штука в виде бутылки. Вот. И тут интересно, что... Не знаю, почему... Вот это мама, мать любит сарказм. Это ее главная фишка. В чем тут сарказм, скажешь тоже. Ну, не знаю. Это я что-то не догоняю. Вот. И они тут смотрят... Друзья, да? Друзья смотрят на машины. Тут им все это так интересно, фантастично. Ты все-таки подойдешь когда-нибудь к Билли? Я и забыл, что кроме машины и секретных агентов в моей жизни ничего не бывает просто. И здесь вот такое вот, да, Луи среди призраков. Луи среди призраков, он со спины. Тут вот рассказывается про его девочку, в которую он влюблен. А тут он с лица. Желтое, счастливое такое уже у него настроение. Тут прям сердечко вырисовалось даже. Вот. И здесь еще интересно, что вот она такая смелая. Он про нее рассказывает, насколько она смелая. Это действительно очень достойно, когда она защищает малышей, несмотря на то, что тут, блин, несколько пацанов довольно больших. И она одна, и вообще она девочка, да? Такая смелая, подняла высоко подбородок. И... Я вас не боюсь, говорит. И она, и он замечает, Луи рассказывает, как он замечает, как у нее спадают при этом очки. Да, то есть она, ей стоит это некоторой борьбы с собой, чтобы вот так осмелиться. Вот. Она находит в себе эту смелость. Хотя, конечно, ей немножко страшно, я представляю. Вот. И я надеюсь, что это только я это замечаю. Ведь если я вижу только... Ведь если только я вижу, как у нее сползают очки, это практически как остаться с ней наедине. Как оказаться с нею наедине. Интересно, да? Ну и вот, он тут подглядывает, ну, наблюдает за ней, как будто бы через бинокль. Он про нее рассказывает, как будто он через бинокль смотрит, что она любит книжки. Вот. Тут он к ней не подойдет. И вот здесь интересно, что как он влюбился в нее. Я знал лишь одно. Чаще всего кончается это плохо. Тут она такая открытая, кончается это плохо, такая глаза опустила. Вот. Кончается это плохо. Блин. Смелее такой. Ну, вот такая вот глава. В этой главе хочу отметить... хочу отметить, что Луи не спешит Короче, Луи не хочет лишний раз тревожить маму. Поэтому он незаметно, ну, то есть, небольшой такой хитростью идет в магазин выбрать подарки для Билли. А вот здесь такая ситуация. Появляется пес с господином с тусклым взором. И пес бросается на трюфель, опрокидывает его самокат. Говорится, что пес бросается на трюфель, но на самом деле нарисовано, как будто это бросается человек. Я не знаю, то есть для трюфеля это что значит? Это значит, что все равно, что человек на него набросился или что? Почему так нарисовано? Вот это интересно, да? И довольно грубое поведение у этого чувака. Бу. Еще как бы издевательски тогда. Еще и после чего с хохотом удаляется, пес семенит за ним. Ну, то есть это вызывающее поведение не пса, а вот этого человека. Бу. Ну и вот. И тут они, конечно, все опешившие. А этот расстроился, что он не проявил смелости. Для него это означает очень многое. Для него это означает, что он из Билли тоже не сможет проявить смелость. В общем, он сам себе разочаровался практически, буквально. Даже как будто он стал в лужу так нарисовано, да? То есть ноги тут провалились буквально в асфальт, впечатались. А, тут прохожие ходят, однако. Ноги прохожих ходят, а он не может. А, все.
Интересно. Вот, и тут такое любовь, любовь, и такое довольно пьяное, вот это вот бабу, вот этот довольно пьяно нарисован. Так оно, собственно, есть. Не спит он. Луи не спит. Ах, как ему хочется не слышать вот этого всего, но... Вот. Пришел такой, любовь моя, я пришел за тобой. Короче, у него такое все, да, пьяное, пьяное. Она ему твердо говорит, сейчас же умолкни. А здесь они разговаривают, и такое все треснутое, как бы, граненое, рубленное, негармоничное. Мне очень нравится вот здесь, вот эта страница. Он же под одеялом, и про недосказанность, да? Одеяло не рисуется, а мы понимаем, мы считываем, что это одеяло. Нам не обязательно рисовать одеяло. Здесь можно вполне поместить текст. Это очень круто, такое использование белого. И вот белое окошко. Здорово. Вот. Тут мама делает вид, что она заболела. Ну, как бы, что у нее аллергия. Луи знает, в чем дело. Луи, ты хорошо спал? Совершенно тревожные глаза. Как сурок. Угу. Да. И тут такое она разметает вот эту всю ночную грусть. В этой главе хочу отметить, тут последний день перед каникулами. Он, конечно, надеется перед каникулами все-таки к ней подойти и уже без чувства стыда, без чувства как бы разочарования поехать на каникулы, но она все-таки уехала, он так и не осмелился. И как же он разочаровался в себе, даже ничтожество хотят есть, но здесь друг. Он совершенно прекрасный друг. Поскольку мне все-таки друг, ему хватает так-то молчать, пока ее черный велосипед исчезает вдали. Хочешь картошку фри? Я плачу. Ну, это очень мило. Вот, в общем, они наслаждаются картошкой фри. А в начале августа они с трюфелем едут к папе на каникулы на 2 недели. Сам папа такой странный. Папа, лицо бледное, взгляд возбужденный, жесты порывистые. Папа пытается бросить пить. Очень незнакомая из жизни такая. Такое состояние человека, мечтающего бросить пить, надеющегося на это. Ладно. Так. Тут про маму. Когда мама нервничает, она подрезает челку. Потом, в общем, такая история повторяющаяся. Вот этот разворот очень классный. В бутылке стоят цветы. То есть там нет вина, там стоят цветы. Бутылка облагорожена такими счастливыми цветами. Желтый цвет. Желтый цвет, заметьте, перешел на сторону папы. Дети с папой. Папа, у папы нет бирюзового этого грустного цвета. А есть, наоборот, желтый счастливый. Он же намерен бросить пить. А мама сидит в своей квартире одна. Ей грустно. Вот. Ей бы, видимо, хотелось быть вместе с ними, естественно. И так это нарисовано. Арсено, как она это сделала, вообще непонятно. Как она до этого додумалась. Боже. Ну, они как будто сидят за одним столом. Вот. Ну и вот. Тут он находит енота. Довольно-таки, знаете, поворотная глава. Они довольно счастливо проводят время. В общем, всю неделю жизнь мужчин нашей семьи похожа на сказку. И действительно, тут еще и енот у них прям такой ручной. Тут вот нарисован клевер в начале этой главы, происшествие с трюфелем. Но он нарисован в таких вот грустных цветах. Тут никакого, даже желтенького нет, нисколечки. Несмотря на то, что вот пчела. Он слегка есть желтый, но он прям практически незаметный. В общем, тут трюфеля укусила пчела. Папа так звонит маме и прям, ведь ты приедешь. Он рассказывает ей, насколько он старался там как-то эту ситуацию смягчить. Вот она приехала и странно стала себя вести. И странная вещь номер один.
Она примчалась и не стала папу ругать, а обняла сразу детей. Когда она готовила блины, это было так естественно. Тоже странная вещь. И еще одна странная вещь. Они разговаривали с отцом, и она даже хохотала. А потом она вообще вышла из его комнаты, счастливая совершенно, в его рубашке. Этот пром буквально опешил. Чувак-то, он же понимает больше, чем малыш. Вот. И вот желтый цвет. Да? Такой. Всплески. Вот. И тут папа заявляет, что поедем в Нью-Йорк. Мама сделала такое искусственное выражение лица. Луи, а ты куда хочешь? Типа, не знает она, можно ли на это рассчитывать. Не знаю, куда хотите, притворился Луи. Угу. Тут с енотом они расстаются. Енот остается. И они все едут. И такие вот счастливые воспоминания остаются, да? Они уехали. Вот. С этим домом связаны вдруг, наконец, счастливые воспоминания. И вот, посмотрите, здесь нет совершенно голубого цвета, бирюзового, да? Но появился еще дополнительный розовый. Желтый, розовый. И ощущение, как будто жизнь стала полноценной, да? За счет вот этого еще одного такого дополнительного цвета. Его нигде раньше не было. Кроме как в начале главы. Глав в рисунке. Вот. И с этого началось вроде бы их такое счастливое пребывание вместе. Это шикарная, конечно, штука. А он, Луи, каждую секунду думал о Билли. Как он с ней гуляет. И смелости-то ему совсем не занимать. Вот этот желтый и розовый, да, для Луи счастье быть с Билли, а для папы, господи боже мой, несмотря на то, что у них так все полноценно, вдруг для него счастье все-таки концентрируется в бутылке. Ну и опять этот бирюзовый появился. Это очень... горестно вот это вот читать фразу. Вот. И они такие, он в своих, значит, фантазиях подходит к папе. Пап, ты уверен? Луи, не переживай, теперь все иначе. Да? Как это соответствует рисунок состоянию папы? Опять эти призраки такие вот. Блин. Тут все серое. Пришла мама. Все такое черно-белое снова. Папа совершенно как тряпка там распластался. И только слегка из бутылки бирюзовый. Вот, а в этой главе, вот в начале этой главы, да, такая интересная штука. Веточка отдельно от шишки. Шишка желтая веточка. Бирюзовое возвращение на землю. Тут папу они отвозят в лечебницу. Это тоже довольно грустная такая глава. В этот миг, когда он уже за дверью лечебницы, в этот миг что-то происходит в его глазах, что-то вроде землетрясения или потопа. Наверное, мне нужно стать таким же, как он, и выпить очень много вина, чтобы это забыть. Я еще до сих пор до конца не осознала эту фразу. Боже мой, мне кажется, что-то в этом есть очень тяжелое. И такое какое-то сопереживание, что ли, не знаю. И попытка понять. Тут я вот не сразу разглядела папу, который стоит за дверью, за закрытой, машет рукой, совершенно грустный. Вот. И вот они, значит, я снова дома, Борис ни о чем не спрашивает. Зачем спрашивать, если можно просто посидеть, помолчать? Все уже понимают, что енот давно сбежал. Вот. И с тех пор мы, как отец на лечении, мы живем как в посудной лавке, без лишних движений, иначе точно что-нибудь разобьешь. Я решил стать спринтером. Вот здесь, знаете, тоже интересный момент. Я решил стать спринтером. Тогда тебе придется снять бейсболку. Я знаю. Борис снимает бейсболку только в исключительных случаях. Наверное, он и впрямь очень любит бег. Бег — это круто. В любой момент можно просто взять и сбежать. Мать просовывает голову в кухонное окно. Короче, речь мамы почему-то полилась, как цветы. И вот Луи говорит, что если бы не натреснутость в конце ее фразы, он бы подумал, что она этого не говорила. Настолько это было необычно слушать.
Вот, то есть состояние мамы изменилось, когда папу отдали, уже в лечебницу отвезли. Ну, то есть, видимо, в ней появилась какая-то надежда. Луи появляются. Кстати говоря, такой, знаете, почему вот он говорит про то, что бег это круто, в любой момент можно просто взять и сбежать. А почему мама предлагает ей ему, Луи, кроссовки? Ты не хотел бы заняться бегом? Не, кроссовки малы. И вот появляются у него кроссовки. Да, и там ситуация разворачивается в этой главе как? Или не в этой главе сейчас? Вот они лежат, спят и обсуждают, как там, каково там папе в ночи, да, они обсуждают и такие вот всплески бирюзового и желтого, все перемешано. Да, и вот в следующей главе уже меняется ситуация. Тут вот нарисовано. Во-первых, Борис снял футболку, ой, бейсболку. Во-вторых, у мамы изменилась речь, папа в лечебнице, и этому Луи купили кроссовки. А здесь глава начинается с того, что здесь вот этот бирюзовый, да, и такое большое количество красного. Ну, прям наливное яблоко, да. Такая прям полноценность какая-то. Первый день школы. И вот они встретились в школе. Борис без бейсболки уже. А ты уже знаешь, что ей сказать? Он знает, что ей сказать. Он здесь говорит про свою смелость. Про смелость, которая из его слез, из папиных слез и маминых слез. И если все это собрать в стакан, то вырастет, там это все прольется через край, из асфальта пробьется одуванчик. Вот это цветок смелости, это тебе, я тебя люблю. Тут про смелость, да? Совершенно. Вот это прекрасная совершенно речь. Да, я скажу про велосипед. Это он думал, как бы он хотел бы сказать. Да, я скажу про велосипед. Круто. Я знаю. Умереть, ожить, опять умереть, потерять голову, найти силы. Идешь и пошел. Привет, Билли, у тебя клевый велик, пока. Это маленькое чудо, не больше, не меньше. И она маленькое чудо, не больше, не меньше. Ну и вот это вот, вот это сделать. Каждый шаг пройти. Маленькое чудо, ни больше, ни меньше. И тут у нее сползают очки. Все равно, что остаться с ней наедине, да, такая интимная подробность, как будто бы. И вот загораются у нее щеки, как вот это яблоко. Вот. Шикарно. Еще у меня еще будет время сказать ей все остальное потом. Все остальное, точка, потом. Да, и одуванчик, тот самый одуванчик. Вот видишь, краснощекий, со стекленевшими глазами мужчина с собакой прыгает на трюфеля и как бы сбивает его со скутера. Может быть, в русском как-то смутило, что собака стоит в конце и что как бы собака прыгает, но на самом деле идет же это. Вот мужчина прыгает. То есть тут по-грамматически без сомнений, что это мужчина. Лена, я иду за тобой по пятам. И вот добавлю к твоему разбору, посмотри. Мне так нравится вот эта страница, потому что, смотри, вот этот текст, он разделил их и папу. Как это классно, символично сделано. То есть их вот этот текст разделил. И начинается он словами. Папа плачет, да? Папа здесь, они расстались, да? И вот он идет. И тут вот, когда приближается камера к его глазам, то есть Луи говорит здесь, что в его глазах это что-то, это и утопающий человек, или землетрясение. То есть вот там такая трагедия, что Луи хочет забыться, что он даже готов выпить все виды вина, чтобы забыться, да? То есть это, конечно, вообще такое. Даже его нос, как капля, как слеза, да? Что делает весь его вид такой трагический, такой какой-то безысходный, да?
Вот, да, и тут, кстати, так приметила. Я, кстати, тоже сначала не заметила, что он там еще машет так рукой. Вот он все удаляется, удаляется камера. То есть камера к нему приблизилась, а теперь камера удаляется. Вот, а про кроссовки. Мама, мне кажется, ну вот я как понимаю эту сцену, мама просто услышала, они что-то говорят про бег, и мама из-за всей этой ситуации, что они увезли папу, из-за всего, чего случилось, ей как-то все хочется сгладить ситуацию, хочется, и вот эта речь льется таким, что она хочет что-то сделать ему приятное, там она мечтала о кроссовках, если он хочет заняться бегом, вот они покупают ему эти кроссовки. Мне так нравится, как он тут так на них с любовью прям такой смотрит. Такой вот. Вот. И прямо вот он их даже с такой любовью. Вот, видите? Тут вот, Крюфель идет спать, оно их в кровать ставит. А потом он вот так вот двумя пальчиками выключает вот этот свет. Да? Смотрите, как классно. Да, и потом вот они разговаривают в темноте. Тоже очень такой диалог, такой берущий, прям щемящий, да? Почему мама и папа перестали любить друг друга? И посмотрите, опять же, вот этот... Она сказала, они не перестали, но там есть проблема. Но любовь же — это свобода, да? И вот это тоже все в таких слезах как будто, да? Как будто это все помещено в такие вот эти слезы. Потому что, заметьте, начало книжки... Начало этой книжки — это тоже слеза, да?